вперед, то подойдите, встретите с автобусом. Это все пришли вам вас поблагодарить. Спасибо большое за строительство, содействие строительства бассейна. Спасибо, это я вас должен поблагодарить за то, что вы лет 20 с лишним тому назад поверили, что вас нигде не ждут и здесь жить можно. Вот в чем вопрос. Приятно, что вы приехали в наш город. Вы помните, какая была ситуация в Ветковском районе? Помним. И я это помню. Я вам благодарен за то, что вы всегда меня поддерживали. Я дворнику говорил, бывшему губернатору, где-где, даже не дома у меня, а здесь, в Гомеле, меня поддерживали больше, чем где-нибудь. А сегодня вот мы видим, что здесь жить можно. Здесь жить нужно, как бы не было тяжело, сейчас везде нелегко, там вам легче не будет. Это чужое. А мы из Казахстана, да. О, так вы приехали отдохнуть или живете? Да, мы в отпуск. А, в отпуск. Видите, к вам уже с Казахстана, чистого Казахстана, огромного, в отпуск приезжают. Так у нас санатории хорошие, красивые. Я знаю, я знаю. Ветка – это одно из красивейших мест. Ну, да. Людей тогда зашугали, запугали. Да. Скажу вам откровенно, что мы спустя долгое время вот об этой радиации не все знаем. Да. Когда мы сейчас сравнили заболеваемость в Гомельской области, в Европе и в Северной Европе, мы увидели, что мы от них не отличаемся. Так в чем проблема? А никто пока не знает. Вот с японцами я встречался. У меня добрые отношения, они молодцы, они нам с первых дней помогают. Сейчас к нам обращаются, просят, помогите вы нам советами, у вас анализ уже, особенно по Фукусиме, вот недавно с министром встречался. Конечно, говорю, мы поможем, потому что вы нам тогда помогли. Сейчас же 30 лет прошло, вы уже сами можете сделать свой вывод. Правильно вы поступили, неправильно. Коренные жители, которые остались, никуда не уехали, вот. Их именно заслуга в том, что наш район процветает и развивается. Те коренные жители. Вы его сохранили и спасли. Да. Это абсолютно так. Благодаря поддержке правительства и президента. Поэтому я и говорю, не меня надо благодарить, а я вас, я вас всегда благодарю за то, что чтобы вы когда-то поверили. Поверили? Вам никто не уехал, мир, остался. Наши мужья, братья, мало все родина, здесь, должна Беларуси, быть всегда. И нету та, которая обстановка находится за ближайшими. Ну, не обижайте странами. Тех, у нас, видите, спасибо у соседей вам. Проблема украинцев, поэтому если обратятся за помощью, нам, я говорю, нам непросто, нелегко. Ну, это же наши люди, обижать их не надо. Спасибо. Я хочу посмотреть, как чернобыльские районы сегодня работают. Мы вас любим, ценим, уважаем, Александр Егорович. Всего вам хорошего. Я вас люблю. Первую встречу я вас встречала. Вот. Спасибо. Александр Егорович. Так, Александр возьми и детям тебе поручаю раздать деньги. Да, детям. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Живите не под детьми.